Thank you.
Во-первых, я хочу вам сказать, что помимо того, что сегодня День Святого Валентина, конечно, мы все очень рады, что у нас такой праздник. Но для нас, для музыкантов, для себя, для музыкантов моего оркестра, праздник – это тот самый факт, что мы возвращаем исход к 75% зала. Это очень важно. Это очень приятно. Я вам могу сразу успокоить. Я себя уже 2 дня назад делал вторую дозу вакцины, так что все нормально со мной. Еще пока помню, как меня зовут, так что все нормально. Это была овертюра к удивительной опере Россини «Итальяна ин Алжире», то есть «Итальянка в Алжире». Это, знаете, та опера, которую он написал. Он, во-первых, написал очень много, почти 70. То есть 6 лет. И он написал эту оперу, когда ему было 21 лет. И он сказал, что он написал 18 дней. Ну, конечно, критики, да, недоброжелательные люди везде бывают. Они говорят, какие 18 дней? 27. Нашли бы сегодня человек, который 27 дней, даже 28 мы разрешаем, не проблема, писал такую оперу. Вот. Вот, конечно, опера очень смешная, там Изабелла, которая ищет любовники, и он находится у Мустафа в Алжире. Она это не знает, он там уже как-то в качестве раба работает. И она его ищет, и там Мустафа, конечно, у него есть несколько жен, ну как это принято. Там и самое главное, это Эльвира, которая уже хочет, чтобы она все время говорит, ну что, он не обращает внимания на меня. Ну, вообще, сегодня, конечно, мы должны все обращать внимание, да, потому что сегодня День Святого Валентина. Ну, в конце концов, все закончится хорошо, так что успокойтесь. Следующий раз что? Роман, вот. Роман с Леварина. Это Доницетти. Вот, вы знаете, конечно, можно относиться к разному, к любому. Например, Доницетти, мы же знаем, как он умер, да, у него болезнь не очень приятная, сифилис. Ну, что делать? Ну, он тоже написал 69 опер, и среди которых он написал «Любовный напиток». Вот. Тем, которые не повезет, мы можем посоветовать, может быть, и даже наш спутник сработает как «Любовный напиток». Поет романс, знаменитый романс Немарина, наш Клим Тихонов. Это уже в конце оперы, когда уже он напился этим любовным напитком и не видит толком никаких результатов. Ну, если честно, всю дорогу девушка его любила, и вот, как мы понимаем, Туркамара его как-то за деньги обманула, ну ладно, роман с ним.
Звали Джанинских, говорит, ты делай вид, что это ты Бозу Донати, он лежит в кроватке, ты говори, что ты тому оставишь это, тому оставишь это, и так далее, и так далее. Конечно, он в конце концов делает все иначе. Но здесь есть Лауретта, которая безумно любит племянника Бозу Донати, Ринуччо. И ну, папа не очень хотел вначале, чтобы они как-то встречались. А, конечно, ну, когда дочка просит, понимаете, что любовь, она разная бывает, это отцовская любовь, да, материнская. Вот здесь, конечно, отцовская любовь, конечно, когда он понял, что дочка в самом деле очень влюблена в Ринуччо, и говорит, о мио бамбино каро, ну давай, я очень люблю его, если ты не разрешаешь, я варю себя. Ну вот, так что Жанна, как? Печенка. Печенкина поет для нас Лауретта из оперы Джанни Скитти Джакомо Пуччини. Yeah!
конечно, если Лауретта одета таким образом, я думаю, что никто не противостоялся. Да? Ну и следующая опера, тоже о любви, это тоже Пучини, но это уже Тоска, это самое значительное из оперы, которую Пучини написал, это посредине его карьеры как композитор, это уже такая солидная опера. Конечно, Тоска это был роман, который Виктор Ян Сарду написал, это француз, такой не сильно симпатичный человек, если честно. Он долго сопротивлялся, не хотел, чтобы Пучини написал оперу, потому что слышал, что якобы Пучини плохо пишет. А в самом деле ему передать, конечно, противник, что он плохо пишет. Я всегда говорю, если плохо говорит, значит все хорошо, значит ты талант. Вот. Тоска, конечно, Тоска безумная, красивая, безумно талантливая певица и страстная любовница. А Каваратоси молодой. Он был молодой парень, который еще верит в том, что революцию нужно делать, и он сопротивляется, там Саскар, потом уже там Джелотти, который ушел, консул де ла спента Република Романа, они когда встречаются в Санта-Андреа де ла Валле, он так его приветствует. И вот это последняя ария Каваратоси, «Эль Лучево Нестелле» — это третий акт Тоски, когда Каваратоси уже понимает, что его убивают. Тоска в самом деле думает, что Скарпе написал документ, где разрешает ему жить дальше, то есть это будут делать вид, что его убивают. Ну, конечно, мы же знаем, что концовка совсем иная, он умрет. Ну, умрет в любви. А «Тигран огня» для нас поет «Эль Лучево Нестелле» — Пучини Тоска. Thank you.
Rossini Bo, Donizetti Bo, Puccini Bo, sto ripartendo. Verdi. Mi sciocca, Giuseppe Verdi, mi guarda. Верди, конечно, уже в жизни считался, во-первых, легендой, во-вторых, можно его называть отец всех итальянских оперных композиторов, потому что он стал таким авторитетным, что никто больше не достиг его высоты. Конечно, он познакомился с молодым Джакомо Пуччини, и он предвидел, что Пуччини смог бы иметь очень хорошую карьеру, и, конечно, он не ошибся. Многие говорят, что когда Верди писал оперу, он всегда писал о себе или о вещах, которые происходили у него в жизни. Мне кажется, что это правда, конечно, по отношению особенно всего триптиха. Это триптих, это не пучиновский триптих, осторожно. Триптих его считается Троватори, Риголетто и Травиата. Три большие сама, да, полноценные оперы. Это не Сор Анджелика, Эль Табарро и Джанни Скитти. Это три маленькие оперы, это, конечно, безупречные оперы, которые Пуччини написал. Но триптих Верди — это, конечно, это большой кусок жизни, музыкальной жизни Италии. Начало его жизни было очень непростое начало. Жена умерла довольно рано, и дети его умерли. Поэтому ему было очень сложно, но нашел, слава Богу, человек, с которым он потом прожил всю жизнь. Это Джузеппина Стрепони, которая была тогда известная очень сопрано. И они, конечно, познакомились благодаря тому, что они работали вместе. Ну, конечно, их отношения, поскольку она ушла от мужа и он был вдовец, они были, конечно, тогда, в 19 веку, их отношения были неоднозначны для сообщества. Поэтому опера Травиата – это та опера, которую мы для вас играем сегодня, конечно, не целиком, а большой кусок. Это та опера, где критики увидели, как Верди рассказывал об истории своей жизни, отношения Жермона, да, это господин Морецци, это был отец его первой женой, и они остались друзьями на всю жизнь, и, конечно, отношения, особенно между господином Борецци и Джузеппиной Стрепони, были чуть-чуть непростые, скажем так. Поэтому Травиата, да, это Виолетта Валери, может быть, да, это Джузеппина Стрепони, Альфредо, это Верди, сам Верди, и Джорджо Жермо, это отец Альфредо, это Борецци. Ну, как хотите. Конечно, Виолетта, ну, вы же знаете, да, оно Александр Дюма, она как-то жила довольно хорошо, у нее профессия самая старшая в мире, самая старая профессия в мире, потом стала хорошей. И когда она познакомилась с Альфредо, и вот это сам момент, когда начинается любви. Да, их познакомились, она дала большой праздник, мартини много, шампань, наверное. И все было весело, и они встречаются впервые. Да? И сразу мы всегда играем бриндис, да, это настольное, как бис, как в конце наших концертов. Что случилось? Все нормально? Стрепони звонила. Какой. Вот. И вот в самом деле застольная получается почти в самом начале оперы. Это первый акт. Либия, Либия. Вот.
Это в самом начале. И многие, да, играют как мисс в конце концертов. Ну, потому что, естественно, узнаваемая музыка. Вот для нас сегодня поет Виолетта Анна Витулина. И Альфред, это наш Клим Тихонов. Еще многие солисты, хор и оркестр. Травиата, первый акт. Amor, amor, frecuente, nunca divino.
Я думаю, что вы уже угадали тему следующего произведения. Ну, есть сюрприз. Выглядит как Кармен. И смогла бы быть Кармен, конечно, потому что Лиза Михайлова – это меццо-сопрано, так что полноценно смогла быть, конечно, Кармен. Но! Кармен мы играем чуть-чуть позже. Ну, испанская музыка, конечно, обязательно, потому что так одеваться и не играть испанскую музыку, это как-то издевательство, да? Вот. А что мы играем? Мы играем «El amor brujo» называется. «Любовь волшебница». Это шикарная музыка Мануэль де Фаля. Мануэль де Фаля написал эту музыку
1914-15 году, когда в мире, конечно, Первая мировая война случилась. Не очень приятные времена. Кстати, либретист его, Суарес, для меня было очень интересно, что человек работал именно с конца 19 века по 1947 году, да, 1947 год, когда он умер. И он, несмотря на две мировые войны, да, он писал шикарные тексты для, ну, для разных композиторов и сам был директором театра в Мадриде. Что интересно, любого ошибиться, это, во-первых, это балет. Да? Когда вы услышите симфоническую музыку такого качества, не сразу угадать, что это в самом деле это балет. Ну, для начала Дефаля написал при заказе, который цыган для этой музыки сделал. И поэтому он очень сильно увлекался в гении в стиле фламенко. Поэтому он написал эту музыку для кантаор или кантаора. Это даже не кантадор или кантадора. Это специфический певец. Если вы слышали когда-нибудь, когда певцы фламенко поют, они поют чуть-чуть так, как будто у них нос простужен. Да? Они афи, поют. Это специфическая манера, которая была принята в Андалусии. Это где происходит история любого волшебницы. И, конечно, мы питались, я даже когда репетировали, очень много пошутил с Лизой, что надо петь так. Конечно, она поет красивее, чем так. Но стил был такой. Вот произведение чуть-чуть длиннее, чем произведение, которое мы играли до сих пор. Но понятно, когда закончится. Так что чуть-чуть наберите терпение. Когда последний поет три раза, Лиза, после третьего раза можно аплодировать. Раньше не надо. El amor brujo, Manuel de Falla. Thank you.
Thank you.
Я обесодан Кармель. Сейчас помню. При том, что не только Кармель, то есть имеется в виду она, будет и он, Дон Жозе или Дон Хозе, зависит от того. Конечно, писал французский композитор Бизет, так что, конечно,
Ж – это Жозейда, а вообще по-испански это Х. Мы решили играть такой довольно такой большой кусок Кармен, где мы играем для вас. И увертюра. Я естественно. Потом ария как раз. Дона Жозе или Хозе. Ла флерке тима бежете. А потом играет интермеццо, который очень красивый, и там солирует арфа Антонина и первая флейта Юра. Очень красивая музыка, ну такая тихая. Честно слово, мы до сих пор не понимаем с первыми скрипками, почему вы услышите, потому что мы это отчеркнем. Лизе написал, когда идет эта тема, которая флейта играет, он пишет первый звук. Вам, вам, что они имели, я до сих пор не знаю. Но он писал, значит, надо делать. То есть он писал акцент. Это такие штуки, да, мечки, которые встречаются в конце. Это акцент называется у нас. Ну вот. А потом мы играем хор из начала оперы, который лидирует до Хабанера. А до Жозе у нас будет Тигран, который уже пел Камарадоси. И Анастасия Некрасова будет Кармен. Конечно, участвует еще наш хор и наши замечательные солисты из оркестра. Так что, ну, здесь как хотите, здесь можно померить между нами. Но я не буду вам. Как душа, да? Сегодня день любви. Так что от души так и аплодируйте. Спасибо. Thank you.
Большой трипти, конечно, Троваторе, один из самых, одна из самых известных опер, ну, Риголетто тоже не менее известный, и там есть герцог города Мантуа в Италии, в Северной Италии, недалеко от Верона, и он, ну, такой, он состоятельный, всегда у него дома приемы, девушки. Вот, и он полюбил дочка Риголетто, Джильда. Ну, как ты ходил налево, помимо этого. И вот он недавно, в третьем акте, встретился с Мадалейной. Мадалейна это обычно очень красивая мецо-сопрано, поэтому можно верить, что он как-то
тоже с ней имел дело. И вот называется это «Песенка герцога». Но это очень известная музыка, я думаю, что вы ее узнаете. Это пока официальная концовка нашего концерта. Ну, может быть, если вы хорошо себя ведите, мой, может быть, что-то еще скажете. Клим Тихонов, герцог Ванда, песенка герцога.
Аллилуйя!